Какой код? Какой код? Блять, я код забыл! Я код забыл! Один! Подожди, один! Девять! Блять! Я этого рот читал, блять! Это какая-то срань! Хей, братва, с вами Серж, и добро пожаловать на этот замечательный видос. Сразу хочу сказать спасибо большое за то, что вы смотрите мои видосы, пишите комментарии, оставляйте лайки, делитесь видосами с друзьями. И, кстати говоря, невероятное сексуальное спасибо этим замечательным ребятам, которые поддерживают меня на Ютубе. Если ты хочешь попасть в их число, то первая ссылочка в описании. В данный момент я понятия не имею, какой контент нас сегодня ждет. Поэтому самое время крутануть рулеточку и узнать, что же нам приготовил сегодня Сережа. Крутой хоррор получается. Лайк, комментарий с хэштегом «Хочу еще», если вам нравятся хорроры и вы хотите видеть что-то жопотробительное. Хотелось бы вас попросить, чтобы вы скинули этот видос своему другу, подруге, товарищу, сестре, брату. Хочется раскачать канал еще больше. И я, честно говоря, в шоке, потому что в данный момент мой канал смотрит вот такое количество людей без подписки. Поэтому, ребята, подписывайтесь, все дружно, великолепно. Я рад видеть каждого. Мы вот в подъезде, если что. Не знаю, правда, какого дома, общежития или чего это, где это. Это очень похоже на СКП, судя по всему. Лучше поехать на лифте. Хорошо. Так, я его вызвал или что-то, я не понимаю. Алло, я могу позвонить кому-нибудь? Не могу. Ну ладно, дождемся лифта, да что мне? Я не гордый, я постою. Так, окей, вот и лифт приехал. И все. Где кнопки выжигать на второй этаж? Так. Комната ожидания этажа получается, да. Ля, понимаю. И что, и как я должен выйти? Я что, по-твоему, скалолаз или кто-то? Подожди, может быть, что-то нажать? Или... Ой! Привет. А чего я должен, как бы... Подождите. Это же вы... Блять, почему мне так стрёмно, сука? А я что-то могу... О! Посмотри! Мне этот челик показывает, куда идти. Совсем ебнулся старый, блядь. Светильники челиками называет. А чё, я могу тебя взять с собой? Бро, бро! И чё, подожди. Так, дверь. Open the motherfucker door. Так, я понял, хорошо, извините. Позвольте, я подсвечу вот куда-нибудь. Это что, это спички? Или что? Или куда это? Я могу туда пройти? Там он выход или что? О, блять, я труп испугался, боже мой. Не трупы, а трубы. Блять, как же, это что за мразь вообще? Сейчас какая-то соболда вылезет и напугает меня, да? Бля, это что за дураки, бля, такие игры делают? Вы что, больные, что ли, вообще нахер? Ух, сука, мне, бля, зачем? У меня мурашки, они прям всю спину атаковали, забей. Вот, ну и что? Что я должен сделать? Ну, типа, так, подожди, так, думай рационально. Может быть, лифт вызвать просто? Нужно включить генератор лифта? Ты чё, блин, серьезно? Серьезно. Так, слушай, ну там определенно какая-то мразь шуршит. Так, короче, была, не была, ты думаешь, я зассал? Нет, я не зассал, куда дальше? А, слушай, а подожди, а некуда? Там просто стена. Так, хорошо, Серега, не ссать в штаны. Ты чё, ты посмотри, у тебя все трусы мокрые, ты писишь. Разворачиваем вот это вот, как бы, вот это вот все туда. Так куда ты можешь это вот туда вот как-то, да? Молодец, просто лучший светильник ever. Алло, бля, свет. Ты можешь как бы... О, другое дело, молодец. Так, не ссать, Серега, идем, все нормально. Пока нет паники для повода. Буду идти же на ощупь жопы. Получается, других... Ёптую налево, это ж я куда пришел? А, я же здесь был, блин. Так, а что, я могу как-то вот это дерьмо взаимодействовать? Нет, не могу. Так, подожди, нормально, все, не паникуем. Пока не паникуем, все нормально. Я просто иду спиной. А что, ты некуда спиной-то идти, получается, да? Я просто... Блять, я... Че, я взял фонарик? Серега, ебать, нихера себе. Все, фонарный мэн получил. А! Блять, это огнетушитель! Боже мой, это срань просто. А там, слушай, а там батарейки были около... Я этого рот шатал, блять! Это какая-то срань! Так, погоди, блять. Серега, все нормально, ты просто обосрался. Вот, честное слово, я не помню, когда я так срался в хоррорах, если честно. Так, дверь, значит. Она не открывается. Хорошо. Хорошо, я сказал. Так, молодой человек, вы не алло, я вас понял. Возможно, теоретически меня кто-то захочет еще раз напугать. Так, нужно включить генератор лифта. Так, смотри, там что-то есть.
Слушай, тут, блядь, страшная какая-то херня начинается. Боже мой, это обои или что это? Бутылки? Кто-то на них сидел или куда-то? Что вообще здесь происходит, а? Внимание! Особо опасен, разыскивается маньяк. Рост 2,5 метра, нихера себе, возраст 30 лет, порезы по телу, бездомный, может прятаться в заброшенных зданиях или подвалах. Следствие просит содействовать распространению информации об особо опасном преступнике. Хорошо, он шапку здесь забыл или что-то? Может быть, ему просто шапка нужна? Так, подожди, все нормально. Как говорится, вариантов для паники пока не... Может, можно сломать ломом. Блять. Нет, блядь, ты так просто от меня не уйдешь. Ладно, он ушел. Чего? Вы видели эту махину? Вы мне предлагаете против этой мрази играть? Я один, какая-то срань просто невероятная. Есть вероятность очень большая, что я не пройду эту игру просто потому, что я обосрусь. Ну и все. Ой, блядь. Ой, блядь, это какое-то мразотство просто, ты что, забей. Так, я вижу какую-то дверь. Раз что, что там написано? Код за красным шкафом. Я вас понял! Я вас понял, говорится, код! Так, какая-то мразь вылезет, вот я чувствую прям было... Ой, блядь, подожди, где мразь? Ух ты, блядь. Сказать, что я боюсь играть в эту игру, это вообще ничего не сказать. Ну это просто какое-то мразь, это скотство. Это, блядь, это неуважение к игрокам делать такие игры, вы чё? За каким, сука, красным шкафом этот код? Я чё тут, блядь, все нервные клетки должен оставить, прежде чем найти этот выход из этой игры или что-то? Подожди, нормально. Серега, хилимся, живем. Так, я вижу красный шкаф. Очевидно, мне надо что-то куда-то подвинуть или что-то, или как? Смотри, значит, 1990. Так, 1990. Так, 1990. Запомнили. Самое время сейчас пока безопасненько вернуться назад. Мухи сраные! Блять, это пи***ц! Это просто инди-хорроры вышли на какой-то новый уровень. Тазик поставили! Он мусор вынес или здесь мусорный пакет был? Я что-то не помню. Подождите, молодой человек! А куда мне идти? Так, мне туда идти, да? Предположим, я ничего не боюсь. Так, значит, нужно срочно себя чем-то отвлечь. Значит, ехали... Мне кажется, это упали кирпичи у меня. Какой код? Какой код? Нет, я код забыл! Я код забыл! Один, подожди, один, девять, блядь! Так, Серега! Я вижу лом! Забей, я вижу три лома, непонятно почему их три. Мне намекают, что я с первого раза не пройду. Подожди, мне предлагают вернуться, мне хочется... Ты мне предлагаешь туда заглянуть? Серега, это просто какая-то... Ну, смотри, короче, ситуация такая. Человек, который делал эту игру, очевидно, знал, что в ней будет происходить. Получается, что мы, если поставим себя на место этого человека... Блять, а что это за комната? Ну, типа, она так и манит, понимаешь? Поэтому я, пожалуй, в нее зайду. Типа, присяду. Нет, не присяду, получается, да? Пожалуй, выйду из этой страны. Блять, ничего не видать вообще просто! Так вот, если поставить себя на место человека, который делал эту игру, и который знает, где что находится в этой игре, то в принципе... Куда ты разворачиваешь свой сраный фонарь, балда? То в принципе можно и не бояться ничего, правильно? Правильно. Проблема лишь в том, что я не делал эту игру, блять. Так, здорово. Ох, мать твою. Я нашел генератор, сука. Так, и как его открыть? Ага. Так, вверх. И чё? Подождите. Я что-то не понял. А что, лифт заработал? Или вы хотите сказать, что надо найти еще стороны 4 штуки? Хуета. Блин, ну и роза.
Я, знаете, что подумал, когда посмотрел на эту фотку? Что, сука, сейчас что-то произойдет. Теперь я уже ничего не боюсь, забей. Ну, у меня прям иммунитет уже выработался. Можно просто взять и попробовать завести этот долбанный лифт. Так, просто стоим, ждем. Никаких лишних телодвижений, никаких поворотов. Просто ждем. Вангую, открывается дверь, а там эта мразь. Я на тут свежу лет про...